Всем привет, и мы на канале Надюшка ТВ. Сейчас у нас вечер, и я собираюсь идти кормить краску и котенка. И сейчас вам покажу, как я буду собираться. Может быть, со мной пойдет Катя, но это может быть, так как там что-то у нее случилось, и она может быть и выйдет, а может быть и не выйдет. Простите, что я лохматая. У меня, короче, я разлохматилась. Я бы разлохматилась, и мне бесполезно переплетать. Я пойду сейчас готовиться вместе с вами. Тут моя кошка Мася. Сейчас, ребята, буду мыть бутылочку для выкармливания котят и щенят. Я до всякого налью молока возьму, так как я не знаю, умеет ли кушать сам котенок. Бутылка, по сути, чистая, но все равно надо помыть, так как там неприятный запах. Я помыла уже, ребятки, бутылочку. Я помыла бутылочку. Вот. На молочко налью попозже. Так что вот так. Сейчас я буду наливать водичку в эту бутылочку. Когда ты снимаешь одной рукой, набираешь воду. Я пришла, и смотрите на это маленькое чудо, что с ней сейчас стало. Я сейчас вам покажу. Вот смотрите на ее глаз. Видите? Я взяла капли, но я не взяла, чтобы это водичкой промыть. Да, капец. Где же краска? Я так и не поняла. Надо еще краску поискать. Да, у меня. Так, сейчас я буду налаживать кашу. Кушать сама не может, тяжело кушать. Вот, ребятки, она даже так сильно кушать не умеет. Вот, блин, я переборщила, конечно, гречки, ну ладно. Ей все равно надо молоко. Ей еще надо сосать сиську. Да, малышка, хорошо, что взяла бутылку с молоком. Я взяла капли глазные. Вот она там что-то кушает. И представьте, что случилось с остальными котятами, братиками и с ее сестрой. Я не знаю, что. Это я среду проверю. Пойду на рынок и проверю. Если что, заберу еще сестренку. Но всех я четверых, ребят, блин, не потяну. Мне тут пятерых не надо. Двоих, троих, потяну. Скоро, блин, зима, осень, и сами понимаете, ее надо до зимы сплавить. Знаете, у меня просто привычка говорить сплавить. Как сказать, перевод с моего слова отдать в хорошие руки. Я просто говорю сплавить. Я ей закапала глазки, она ходит и ищет маму. Сейчас попробую дать молока, не знаю, будет ли она его пить. Попробую сейчас, ребятки, напоить, потом скажу, попила или нет. Дала этому маленькому чуду молочко, она вообще такая спокойная. Попила молочко. И вообще довольная стала. Но у нее даже блошек, блох нету. Вот только глазки больные. Нет, малютка. Как же всех жалко, не могу всех спасти. Да. Моя хорошая. Если получится, заберу еще ее серенькую сестричку. Но это может быть, может быть. Вот сидит вот так. Смотрите, какая маленькая. Ей еще надо сиську и сиську сосать. У нас, ребят, хоть и лето, хоть не лето, но ночи у нас очень холодные. И я, наверное, положу туда теплую тряпочку, чтобы она не замерзла. Мне прям плакать, ребят, хочется. Но она немного подрастет, и я ее повлажу в интернет. А в течение я сегодня сейчас фоткаю и выложу в интернет. Я просто расскажу историю, что произошло. Пока что она будет расти, а потом ее уже надо пристраивать.
Ребята, еще куда-то пропала краска. Куда, я не знаю. Я ее искала, кыс-кыс нету. Но я корм сегодня высыпала, вот это там. Ну, она бы не смогла бы его весь съесть. И наверняка краска приходила и кушала. Но вот там ее нету. Как Катя думает, что она на бугор утащила котят. Прикиньте, то я с ума сойду, если их туда под... Красочка, краска, краска. Ребятки, я отошла, она тут пищит. Ой, маленькая. Божечки. Маленькая, краску не нашла, но я так сильно пока что не переживаю. Придет, если что. Может, правда, куда-то котят своих утащила. Не знаю. Но пачка китикета исчезла, значит, приходила, кушала. Да? Постики. Бегает это чудо маленькое. Но она не так уж прям бегает. Мне кажется, и 3 недельки. И я все равно буду немножечко добавить молочку. Это девочка, конечно же. Да? Она вообще спокойная. Я ей несла сюда, она вообще была спокойная. Спала. Ой. Вот так, да. Ну ладно, ребятки, всем пока, до новых встреч. Встретимся в следующем выпуске на канале Надюшка ТВ. А я сейчас буду монтировать это видео.